И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival All. Все так же на Генезисе. Сегодня мы пойдем какую-нибудь, давайте еще гоночную миссию выполним сегодня тоже. Но на этот раз в зиме. Раз уж все-таки дельфинчика нам выдали, я думаю, какого-нибудь саблезуба, либо носорога нам тоже выдадут. Поэтому сгоняем туда, посмотрим, что да, когда, где. Да, лягушечка все-таки тусуется. Кстати, да, мегахилон до сих пор еще сильнее не озеленился. Угу. Ну, как бы он озеленился, но все еще такой же, как и был. Блин, ну вот это, конечно, кайф. Семки, конечно, я не знаю, почему именно такие дают. Но семки вот этот сам добывает он. Но это просто кайф. Это что-то с чем-то. Мне нравится. На, 130 скорость. Классно. Уху! Эй, клево. Да. Все-таки полет это клево. Короче, погнали. Погнали. Куда мы погнали? Естественно, в Сеймо. Телепорт между биомами. Снежный. Давай туда сгоняем. И сразу же давай посмотрим миссию. Мы в снежном биоме. Рыбалку я не хочу пока. Это убить, это не то, это путешествие. Вот, 3 на 500, допустим, 3 на 500. Либо с Абреславом. Давай 3 на 500. Естественно, не могу отследить. А! Так, кто подойдет? Кто подойдет, кого преследить? Никто? Отлично, красавы, молодцы. Но я очканул заранее. Лучше очкануть заранее, чем сдохнуть. Так, давай. Но опять-таки, что здесь у нас? Ну, хотя да, здесь и то будет именно вот это. Очень удобно было в гонке, что они возвращают обратно к терминалу. Прям мне это очень сильно понравилось. Я вот смотрю по вознаграждению. Вот это вот, по идее, должно быть сложнее, чем вот это вот. Так что давай смотреть туда. Тыщ! Серьезно? Ага. Значит, куда летим? Летим в другую точку. Снежный, и вот туда летим. Клево. Клево. Текс. Что-то тоже не сильно близко. Для чего я это показываю? Чтобы вы тоже немножечко понимали, что где куда. Но я думаю... Ой, тпхнуться на N будет уже более правильно. Я на это очень сильно надеюсь. Понадеялся один такой, и в итоге никуда мы не попали. То есть, прям это реально что-то с середины наполовину, между-между. Ну, прям вообще никак не добраться. То есть, единственное, что остается, это идти пешком на Диносе и так далее. Ну, в общем, шляпа... Почти. Ну, я в том районе еще не был ни разу. Вот скажем так. Не был же ни разу. Ну, по идее, да. Хотя, я вот смотрю, это, наверное, это... Когда Ноглина искал... Ой, Ноглин, господи. Рокса. Ноглина это будет во втором Генезисе. То... Я где-то в том районе, походу, дело был. Либо близко с этим районом. Но мне это не нравится, что нужно так далеко бежать. Да. Надо еще придумать... Да пошел ты. Надо еще придумать... Ну хотя, чё? А чё придумывать? У меня Феррокс, по идее, жесткий, мощный, сильный, позитивный. Вот, на этот... Может мочить, крошить и убивать. Если что... Текс. Если что, ему в помощь этот пойдет. Гигантопитек. Да и в целом Аргентавис. Он у меня тоже есть такой же хороший, мощный, сильно позитивный. Вот, так что... Ну, то есть, все, что не под водой, я смогу, если что, завалить. А вот все, что под водой, уже немножечко, ну, жопошно. Жопопошно, я бы даже так сказал. Так.
Да, я лечу правильно, я хочу просто повыше подняться, чтобы можно было бежать. Такой, да-да-да-да-да, бежу, такой, сейчас завалю. Ну, примерно так, как будто бы выглядело. Но нет, увы. А может и не увы. Детишки на радость. Но далеко бежать. А, точнее, лететь. Да уж, я так вот бегу и думаю, что-то она как-то высоко показывает. Да пошел ты. Эту стрелочку, думаю, ну вот что-то здесь явно будет не то. Я так и думал. Смертник! Твою мать. Ладно, погнали. Опачки. Ну, кстати, как по мне, это единственная локация, где так очень много вот таких монументов. То есть, вот этих вот металлических конструкций и так далее. То есть, я бы даже так сказал, остатков была цивилизация. Но хорошее место для старта. Ну что, погнали. Миссия инициирована. Отлично. Ловись. Еее! Ну, здорово же. 3, 2, 1. У-ху! Ё-моё! Я чувствую какую-то подставу! Ты серьезно, мать твою? И как я должен был это вырулить? А, чувствую, не все так просто. Мать вашу! Пошли все вон! Ублюдки! Что это такое? А, он без шифта, то еще и шифт надо поджимать постоянно. Оу! Ну цепляйся, пожалуйста, за него! Спасибо! Нет, однозначно менее удобно, чем на дельфинах. Ёпт! Прыгать умеешь? Не умеешь? Да пошел ты! Почти. Но буря как-то не вовремя началась. Притормаживать на поворотах. Это не про меня. Так, 13 и 17. А, ну хотя бы это. Воу. Пошли в жопу. Врум. Давай! Ох, какая же штупость была. Так, что я в итоге получил? Ну и логично, всякую гадость. Брантач. Ну хотя пистолет как оружка, если что, понятно. Но мне вот это еще не скоро сломается, так что это хорошо. Очень даже не скоро. Очень-очень даже не скоро. А урона в нем до усрача, так что это хорошо. Ну, блин. Ну, мне с дельфинами больше понравилось. Ну ладно, фиг с вами. Погнали. Давай уже быстрее. Че ты вот это вот? Так, что здесь написано? А. Блин, я хотел почитать, что там написано. Врум. Но прикольно. Ты, получается, возвращаешься на ту же самую точку, откуда ты начинаешь. Это прикольно. Пошел вон! Ублюдок, мать твою, пошел в задницу! Вау! Блин, надо эти... А, как я эти камешки срублю, если они опять заспавнятся? Эй, серьезно? Вы это не вовремя решили придумать? 600-й левел? Вот это у меня носорожек. Ладно, я увидел, какой левел носорожек, я спокоен. Одной загадкой стало меньше.
Но второй раз уже легче. Пошли вон! Надо бы прочищать. Еще так показывают, как будто я там должен вот это вау-вау, вот это зигзаги вот это исполнять, ага. По прямому пробежать по-нормальному. Какой поворот некрасивый. Посторонись. Носорог бежит. Не, звучит реально страшно, когда тебе говорят, отойди, носорог бежит. Это как, не хотите ли вы отойти? Там на вас и бежит разъяренный бык. Ну, так по мне это примерно то же самое. Уху, уху, почти даже было клёво. Врум, 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 врум. Интересно, если я что улечу, у меня ТП кто-то обратно? Ну, по идее, да. Я же вот опять здесь появился. О, привет. О, 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 класс, 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 класс. Классно. Я просто его никогда не использовал, я только знаю, что там типа у него вот это вот типа заряжен такой удар. Да, да я чертов джедай, мать вашу. Взюм, 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 взюм. Все, короче. Нашел себе игрушку на... А, я думал, 54 мне показалось. Хотел сказать, наполовину это элемента. Ну, конечно, факел это прям топовое. Ну, хотя, ладно, Сарка хоть что-то. Ой-ой-ой, это еще опять у меня? Или это в прошлом видео было уведомление? Я, короче, подряд снимаю. Ну, это вы же знаете, как это бывает. Так, мне туда. Так, что ты там пишешь? Следует за Мербитом. Я, то есть, на него хочешь-не-хочешь сажусь сам автоматом. Классно, то есть, на другого ты не сядешь, когда у вас там несколько стоит. Не, то, что дают Диносов, это клево. Честно, я думал, что там, типа, надо притомить их. На нафиг. Постранись. Дебильный поворот. Но если бы его знаешь, то уже как-то обойти его легче будет. Рум-рум-рум-рум-рум-рум-рум. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Наступает ночь. Ничего не видно. Хотя, не, наоборот, все видно. Наоборот, даже еще круче. Слушай, офигеть, а ночью-то как круто все видно. У-у-у, пошли вон, ублюдки. Давай. Почти, почти, почти. Отлично. Зацепил. Ей. Бежим, 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 бежим! Зацепился! Ай, да насрать на эти ускоряшки ваши! Лишь не обязательно брать, не обязательно! Я знал, что не обязательно! Идите нафиг! У меня нет времени! Сказал я и не взял ускорение. Ха! Звучит смешно. Давай, 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 давай! Чуть-чуть! 8 секунд. Никак на дельфине, конечно. Но тоже еще та тупость. Светло, ничего не видно. Что я в итоге получил? Абарантач и какач. О, 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 вот это вообще кайф меч. Вот это намного круче. Правильно, здесь 100% урона, здесь 200. О, конечно, что ж круче-то? Ну, конечно, да, элемент потратил, но пофиг. Ну, дали всякое говно. Вау. Хочу кого-нибудь завалить. Мега Тедди, я иду к тебе. Бесит они меня, эти козлы. На тебе, ублюдок, мать твою. 1400, да ёб твою за ногу. Ну иди сюда. Ночи. Перехват!
Я сейчас вам всех тут Кузькину мать-то покажу. Да пошел ты, ублюдок, мать твою. Сейчас я тебя вот это устрою. Эх, пошел ты. Эй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я, конечно, джедай, но не настолько. Вью-вью. Ой, вы мне ботинки сломали. Мазафакеры! А перезаряд? Перезаряд! Почему не перезаряжался? Почему не стрелял? Пошел в жопу! Я тебе сейчас, короче, устрою, мазафак! Куда? Броня! Козел! Мои крылья поломаны были. Скотина. Ладно, поржали и хватит. Ёшкин кот. Чё-то каждая гонка заканчивается каким-то безумием для меня. Если уж на то пошло. Кто решил забраться, не пойми куда, кто... Бронь всё поломал, с голой жопой побегу. Ужас. Бам! Бам! Yeah. Это вам не ветераносы. Чё-то полегче. Ой, ужасно-то как, ужасно теперь у меня. Ботинок нету. Брони нету. Чё ещё поломано? Да, всё остальное тоже. Штаны тоже на исходе. Ладно, фиг с ним. Зато мячик прикольный. Потестили, и слава богу. Нафиг, домой. Вот, такой вот воин-джедай у меня получился. Что я могу сказать по гонкам? Гонки — это прикольная штука. То есть, ты тратишь мало времени, но и получаешь ресурсы довольно-таки немного, если уж на то пошло. Если, допустим, тебе нужно что-то подфармить определенное, и в этом есть смысл. Но стоит подчеркнуть, что частое повторение, то есть раз за разом, то есть прям подряд одно и то же, не отходя от кассы, то есть, допустим, я бы сейчас бы еще бы опять альфа выполнил, и еще, ухудшало бы качество ресурсов. Что, ну, сами понимаете, не очень-то и норм тема. А так, в целом, прикольно, прикольно. В следующей серии, я думаю, надо будет как-нибудь пойти потомить, не знаю, что еще делать. У меня... Надо подготавливать убийство мобов, вот это точно могу сказать. Ну и потом его кого-нибудь тоже бы не помешало. Особенно подводника, который бы что-то мог бы дамажить и сильно. Ну вы помните, я хотел Мозика притомить. Да, посмотрим, что будет, да как, а где. Ну а я на этом уже с вами буду продолжать прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр, так перерывал свежее. Как говорится, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, также делить свои ресурсы. С ями на этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока.